Остеопатическое воздействие – это мягкая терапевтическая методика, которая направлена на диагностику и лечение функциональных блоков и мягкую регулировку организма, помогает адаптировать организм к периоду беременности, помогает в период после родов. Беременность – это очень важный период в жизни женщины, и от того, как она этот период проведет, будет зависеть будущее ее жизни и жизни ее малыша. В этот период организм женщины претерпевает существенные изменения, как структурные, так и биохимические. Усиливается нагрузка на костно-мышечную систему. Весь вес располагается на уровне живота женщины. Таким образом, меняется центр тяжести и изменяется осанка. В связи с этим женщина может почувствовать дискомфорт, боли в области поясницы, грудного отдела, шейного. Это существенно осложнит ее самочувствие перед беременностью. Мягкие остеопатические манипуляции позволят решить вам эту проблему. Чтобы записаться на прием к остеопату, пожалуйста, нажмите эту кнопку. Однако в случаях, когда самостоятельное оплодотворение яйцеклеток невозможно, либо когда при этом получаются эмбрионы плохого качества, методом оплодотворения выбирается ИКСИ. Экстракорпоральное оплодотворение – это один из самых важных и наиболее эффективных методов вспомогательных репродуктивных технологий. Детская поликлиника наблюдает детишек от 0 до 16 лет. Поликлиника наша очень хорошо оснащена, представлена всеми специалистами.